До начала учебного года осталось 2,5 недели. Все ли школы Барнаула готовы встретить детей? На какую помощь могут рассчитывать родители школьников? И какие нововведения ждут систему образования, расскажет заместитель председателя комитета по образованию Барнаула, курирующий вопросы обеспечения деятельности учреждений Василий Губанов. Здравствуйте, Василий Михайлович. Здравствуйте. Ну, начнем с общей информации. Сколько всего детей в этом году пойдет в школу? На сегодняшний день у нас в школы пойдут с 1 сентября более 90 тысяч учащихся. Из них 10,5 тысяч – это только первоклассников. Ну, прием документов еще продолжается. Все ли школы готовы к приемке детей? Или, быть может, где-то еще ремонт продолжается, а, возможно, новые объекты где-то вы введете? На сегодняшний день у нас в рамках нашего ремонта, конечно, есть еще объекты, где ремонты завершаются. Это косметические в основном. Они позволяют нам до 1 сентября успеть начать ввести детей. В основном все работы уже были завершены. Про школы. В этом году у нас школы новые не вводились, но мы ждем от строителей, что в 2023 году будет завершена пристройка в селе Власиха на 400 мест. И будет построена школа на 550 мест в микрорайоне «Спутник». Когда она будет введена? Ждем, что это будет 2023 год. Угу. Ну, к началу этого учебного года все школы распахнут свои двери? Все, действительно, здесь уже все наготове. У нас уже и прошли приемки образовательных учреждений. Все школы приняты к началу нового учебного года. Поэтому мы только ждем детей. В Барнауле немало пригородных поселков. Вот как будут дети доставляться из пригорода в школы? Уже не первый год у нас организован подвоз учащихся. Всего у нас на сегодняшний день порядка 26 маршрутов. При этом у нас 26 стало, добавились еще 4 новых маршрута. Один из них у нас такой важный, открылся впервые, это из поселка Лесного, мы будем возить детей в школу номер 50. Да, там есть напряженность в приеме в учреждение, но она снята тем, что мы возим детей. Угу. Ну, в общем, получается, все пригородные поселки обеспечены вот школьными автобусами. Родителям не стоит волноваться, там, переживать за то, как ребенка доставить. Да, у нас 18 образовательных организаций на сегодняшний день осуществляют подвоз детей к школам. Ну, по 26 маршрутами. Угу. 4 из них дополнительно, да. Как я поняла. Ну, они входят в эти 26. Угу. Да, 4 входят. Вообще, как бы, подвоз примерно будет организован для 2500 детей. Не могу не спросить о кадрах. Знаю, что в ряде школ была проблема с учителями, в том числе предметниками. Вот что можете сказать на этот счет? На сегодняшний день, с 1 сентября, мы планируем, что 4000 учителей-предметников начнут свою работу. Да, у нас действительно есть еще напряженность, это 6% педагогов, которые требуется принять на работу. Ну, работа это идет. Я думаю, до 1 сентября мы примем это и студентов, которые в этом году завершили свое обучение. Это и учителя, которые стажисты у нас возвращаются в образовательные учреждения. Ну и перераспределением кадров мы закроем этот вопрос. У нас действительно остается потребность это в учителях и начальных классов, и русского языка, и иностранного языка, ну и по другим направлениям. Но все это решаемо будет до 1 сентября. А студенты это скорее уже ближе к выпускникам, я так понимаю? Выпускники, в основном это выпускники. Ждать ли учителям и школьникам каких-то новаций в образовательном процессе? 1 сентября у нас действительно вводится новое интересное направление. Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. Данная должность будет у этого человека заключаться в том, что он будет как раз работать со всеми движениями, которые у нас есть на сегодняшний день, с объединениями, которые у нас на сегодняшний день есть в школах. Это российское движение школьников, это юноармейское движение, это любой театральный кружок, который организуется в школе, это спортивный кружок. Его будет задача объединять их, с ними работать. У советника, помимо этого, будет еще помещение, где он сможет с ними, с детьми заниматься.
комната будет, данное помещение будет называться комната детских инициатив. Она будет появиться, она уже есть к 1 сентября, она зафункционирует в каждой образовательной организации. Здесь, конечно, дети смогут проявлять свои таланты, творчеством заниматься, просто общаться. Комната будет универсальная. Там будет мобильная мебель, которую можно будет переставлять. То есть такая будет место, где они смогут проводить время. Ну вот, слушая вас, я понимаю, что советник директора – это человек, который больше будет задействован именно в плане воспитания детей, да? То есть воспитательная такая роль, функция, сейчас ей уделяется, как я понимаю, особое внимание. Советником директора было не просто так стать. А вот я еще слышала, что флагштоки во всех школах будут в этом году. У нас будет теперь еженедельно поднятие флага, установлены флагштоки во всех образовательных организациях. Непосредственно будет в начале недели подниматься флаг торжественно, его будет выносить знаменная группа, которая будет сформирована из детей, которые себя зарекомендуют как творческие личности, успевающие в разных направлениях, и как в учебной, так и в неучебной. Им будет такая миссия возложена, они будут поднимать этот флаг в начале недели, в конце недели будет он опускаться. Поднятие флага еженедельно – это будет мероприятие, в котором будут задействованы вся школа. Ну и, соответственно, это будет еженедельно. То есть это по понедельникам, да. Утром вот так будут встречать школьников. Наверное, еще это как-то под гимн будет, да? Он будет сопровождать поднятие действительно, флага. Естественно, это будет торжественная линейка с поднятием, с гимном. Ну и после этого у нас каждый понедельник будет еще проходить, это тоже инновация с этого года, разговоры о важном. Здесь советник директора по воспитанию уже будет готовить непосредственно материалы патриотической направленности, будут проходить такие небольшие пятиминутки с детьми. То есть такой большой очень акцент на патриотическом воспитании, да, детей. А я предлагаю сейчас посмотреть сюжет на эту тему, в нем подробнее о нововведении и мнении директоров школ на этот счет. Знаменные группы, поднятие флага и гимн – все это не в новинку для 53-й школы, так как в учреждении есть и правоохранительные классы. И все же теперь в школе, как и во всех школах страны, каждая учебная неделя будет начинаться с поднятия государственного флага с исполнением гимна. А церемония спуска в конце рабочей недели. Все это доверят школьникам, которые имеют достижения в учебе, спорте, а также дети, которые, наоборот, требуют внимания, так сказать, для перевоспитания. Конечно, как руководитель, я понимаю, что всех детей собрать на церемонию поднятия государственного флага практически невозможно. Но, думаю, здесь тоже есть решение данной проблемы. И связано оно с тем, что в век цифровых технологий можно организовать прямые трансляции в классных кабинетах, когда ребята тоже будут сопричастны к этой процедуре. На следующей неделе здесь установят 9-метровый флагшток. Само мероприятие во всех школах будет проходить по единому стандарту. Кстати, в Комитете по образованию Барнаула пояснили, в дожди и в мороз никто не будет заставлять детей выходить на улицу. Флагштоки установлены на территории образовательной организации, то есть подъем будет в летний, весенний сезон на улице, организован на территории школы. В более прохладную погоду, зимой, осенью, в здании школы. И еще одна новая традиция. С 1 сентября в школах откроются центры детских инициатив по типу пионерских комнат. Здесь школьники смогут участвовать не только в жизни школы, но и в жизни города. Вот это общение живое позволит разрабатывать различные проекты, интеллектуальные, творческие, позволит им встречаться с лучшими представителями родительской общественности, с общественностью, с почетными жителями города Барнаула. Но главное, чтобы в некоторых школах этот патриотизм не скатился в формализм. Ведь все эти новшества нужны не для галочки, а для воспитания подростков. Ирина Корчагина, Александр Антропов. День с толком. В некоторых школах Барнаула уже приступили к репетиции церемонии поднятия государственного флага. С сентября это будет еженедельный ритуал. Но как к нему относятся горожане, мы спросили у барнаульцев на улицах города. Положительно, очень хорошо отношусь. Но патриотизм, дети должны знать, в какой стране они живут. Мы никак не относимся, это к нам никакого отношения. Положительно. Почему? Потому что эта традиция должна быть. Это прививание молодому поколению любви к своей родине. Хотя бы с этого начать надо. Я бы не хотел этого.
просто, для какой цели это все делается. Ребятишки этого не поймут, мне кажется, а взрослым это не надо. Я думаю, что нужно понимать, в какой стране ты живешь. Я думаю, даже без политики, просто культ флага, он в любой стране есть. Почему-то турки любят свой флаг, и в каждом городе висят огромные. А в России мы как-то его стесняемся, так что мне кажется, что да. Вот такие разные мнения на этот счет, ну а мы продолжим. Большое внимание сейчас уделяется и вопросам безопасности. Вы знаете, что на протяжении ряда последних лет были разные инциденты в разных регионах, да, в школах и в других учебных заведениях. Вот что можно сказать про барнаульские школы? Все ли они будут оборудованы постами охраны? С 21 года уже у нас функционировали частные охранные организации. С 1 сентября они также продолжают свою работу. Все школы у нас оборудованы рамками металлодетектора, кнопками тревожной сигнализации, видеонаблюдением, целостным периметральным ограждением. В принципе, для безопасности нахождения детей здесь приняты все необходимые меры. У меня только одно уточнение по поводу сотрудников ЧОПов. Вот я вижу, да, что частные охранные предприятия зашли в школу, но порой наблюдаю, что по-прежнему там находятся люди, ну, такого же преклонного, скажем, возраста. Вот что можно сказать об этом, про уровень компетенции, скажем, охранников? Значит, частная охранная организация, чтобы стать ее сотрудником, необходимо пройти обучение и получить удостоверение. Данные сотрудники проходят это обучение и, соответственно, они могут вести данную деятельность. Говорить о преклонном возрасте, ограничений по возрасту нет. Угу. То есть даже если пенсионер, но он обучен, да, должно быть все в этом смысле безопасно, да? Да. А в этом году, я знаю, возвращается продленка, и вот реально ли в Барнауле организовать отвечающие всем необходимым требованиям, в том числе там, санитарным, группы продленного дня? На сегодняшний день нормативных документов нет о том, как будет организована продленка. Есть разговор о том, что да, она будет вводиться. Мы готовы рассмотреть это, ждем только нормативные документы. Но есть еще, конечно, один нюанс, это, конечно, помещение в школе. На сегодняшний день, ну, мы с вами уже говорили, 90 тысяч учащихся мы ждем, организация учебного процесса в две смены, ну и кабинеты, соответственно, заняты под учебный процесс. Здесь как бы мы будем рассматривать. То есть пока есть сложности, да, но вопрос, я так понимаю, все равно прорабатываться будет, инициатива федеральная. Да, здесь вопрос, конечно, не останется в стороне, мы будем его рассматривать, когда будет нормативный документ. Еще один вопрос, связанный с подготовкой к школе. Сейчас, наверное, больше такой психологический аспект. Все мы понимаем, что больше всего, наверное, волнуются первоклашки. Еще недавно они были в детских садах, беззаботное детство. Сейчас школа, дисциплина. Вот если родители обеспокоены о том, что ребенок как-то не готов к школе, или специалисты, те же учителя, педагоги видят, наблюдают, что у ребенка есть определенные проблемы, как правильно настроить ребенка, как правильно его адаптировать к жизни в новых условиях? Вот этот период адаптации, он проходит не просто так. С детьми занимается школьный педагог, психолог. Также помогает в этом и классные руководители. Здесь очень важно, конечно, чтобы родители понимали, потому что занятия педагогом, с педагогом-психологом, это, конечно, согласие в первую очередь родителей дают и законные представители детей. Но порядка 80% детей эту адаптацию проходит достаточно легко к школе. Остальная часть, конечно, 20% – это дети, которым необходимо уделить больше внимания. И педагоги, и психологи занимаются ими индивидуально, занимаются с группой детей. Ну, здесь я, конечно, еще хочу обратить внимание родителей, что это тоже очень важно, их участие в адаптации детей. Потому что дома всегда можно с ними проговорить о том, какие в школе есть распорядок дня, как организован учебный процесс. Это дома можно в спокойной обстановке родителям с ними проговорить. Ну и, конечно, правильно составить детям распорядок дня, приучать их с первого класса. Ну и всегда родители, если видят трудности, всегда могут обратиться как к классному руководителю, так и к школьному психологу. Педагогу, да, школьному психологу. Им будет оказана помощь.
Ну и в завершении интервью еще раз скажите, сколько в Барнауле школа распахнет двери с начала учебного года? Везде ли ждут детей? У нас на учебный год 22-23 87 школ ждут детей начала нового учебного года. Спасибо большое за ваши ответы. Спасибо. А я напомню, что сегодня с заместителем председателя комитета по образованию Барнаула, курирующим вопросы обеспечения деятельности учреждений, Василием Губановым, мы говорили о том, как школы готовятся к новому учебному году. До свидания.